работы. Сам делает бригадир. Бугор. Бугор, да? Сейчас это хирург напольный. Хирург. Уктав, ты хирург. Пластаешь ковши. Не боишься нифига. Нифига не боится, пластает все. Аксакал. Так. Ты мне скажи. Ладно. Ага. Я тебя сниму с ней. Во, пойдет, да. Там переехал в холл. О, спальня. Вот спальня Нины будет, только начало еще. Диван в холле переехал, ты сдал. Привет. Здорово. 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 Это самое трудное, да? Делать отверстие. Ну, стебаем. Нажмите лайк, да? Нажмите лайк, говорю.
Лайк, это ты нажми. Давайте все полайки. Лайк. Лайк. Где? Где ваш лайк? Давай, давай. Со себе посмотришь. Ты уже вышли, да? Миша хитрый человек. А? Миша хитрый, без лайка смотрит. Давай лайк надо, ребята, лайк. Да, давайте, подписывайтесь, лайкуйте. Чем больше лайков, тем больше денег получите. Денег мало, давай, денег мало. Поделюсь с вами, давай. Где есть аккаунт? Есть? Нет. Нет, аккаунт. Ну что? Аккаунт есть, подписываться легко. Есть аккаунт. Мы же блогеры. Я думаю, ты блогер, я. Подъезжать, да? С да. Лайком. Лайк. Ой. Я тебе пишу. Сейчас вам отправлю. Каждый видео по лайку. Да. Вот. И напишу, молодец, Добром. Ваше видео. Распять узел. Котельные. Как его обойти? Нужен хороший спец. Да? Да, да. Согласен? Согласен. Такой сложный местный. О, самое тяжелое. Я бы не смог. Там ты сегодня походи, Слева и справа, а там оставь. Все пойдешь? Молодец. Молодец. Тогда я тебе куплю газировки. Газировки? Да. Че, не пойдет? Газировка не пойдет? Хотя бы кола. Кумыс. Кумыс? Не, как он называется, не кумыс? Кола. Нет, еще напер. Айрон мол. Пять бутылок пойдет? Пять бутылок, да. Сейчас съездим. Как закончим, съездим. Ну да. Вот она бригада. Две головы, один. Хорошо соображать. Лучше, чем одна. Точно? Две головы. Две головы? Лучше, чем одна. Две раны получается. Еще остался холл, ванная и тамбур. Это в холл. В холл. Обязает по размеру.
Смерть один раз отрежь. Из русская поговорка. Знаете, да? Эта штука. Комаров. Кто ты в комар? Улыбись. Улыбочка. Кис, чис. Так много нельзя нам на YouTube отпускать. Почему? Нет, у вас будет больше клиентов. Не будет отбоя. Вот, вот ребята молодцы, блин. Надо их пригласить. Делать качественно, хорошо. Такие отзывы хорошие. И режут ровно. Ами, на бесяк, не хочешь к ней? Они оба бремя, все такие.